типа они есть и есть. Это да. Ну, у нас прям вот люди просто ненавидят их. Хачей, да? Типа, как... Да, кого не спроси, все просто хуесосят их. У нас вот недавно как раз во дворе была такая бодяга. Короче, ну, какие-то дагестанцы, блин, или узбеки, по-моему, что-то такое. Они что-то делали у нас во дворе, то ли выносили что-то, просто без ведома. У нас соседка просто вышла, сказала, что вы делаете, зачем вы это трогаете. Типа, пошли вон отсюда. Ну и в итоге что оказалось? В итоге скандал, блядь, случился во дворе, блин, орали вообще. Они что-то пиздили? Ну, они что-то пиздили у нас, блин. У дома там что-то. Охуеть. Пиздили. Она вышла, сказала, типа, хули вы это трогаете? Типа, это ваше. Ну, там лежит, типа, просто. И она их, блядь, отхуячила. Потом еще там мужики какие-то подошли и тоже отхерачили их. Пиздец. Это прям все днем было, да? Да, днем. А они что, совсем ебанутые? Ну, как видишь. Охуеть. А что они пытались вытащить? Да я хуй знает, какая-то херня, типа, доски какие-то. Доски? Железо какое-то. Нет, настоящая обычная картина. My head. Пацаны, здорово! Привет, привет! Всем привет! Снова Квант, снова Эмер Бёрд. Приветствую вас! Привет, 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 Владислава! Привет, Страх! Всем удачи! Дайте мне... Боже, это что такое? Пацаны! Пацаны, вы че как... Я сейчас заражу. Дай мне дроба. Мы тебя не понимаем, что ты говоришь. Нина, давай. Пацаны. Берите дроба. Мы тебя не понимаем, что ты говоришь. Пацаны, знаете что? Я заражу. Я зараженный, все. Поздравляю тебя, пацан, поздравляю. Поздравляю, мы тебя сейчас убьем. Шутка!
Ну, да я так и знал. Потом окажется, что ты... Пацаны, какая крутая шутка, давайте его за компанию убьем, ребят. Давайте его за компанию убьем. Ой, вкусная шутка. Я не хочу шутить этот такой голосок. Ой, да, крутушка вообще. Ну, я к вам. Кстати, ребят, давайте соберемся наверху. Давайте соберемся наверху у крови. Пацаны, давайте соберемся. Посмотрите, посмотрите, короче. Наверху у крови, хотя ладно, уже поздно. Слава Украине. Ребят, не хотел на меня напасть. Нет, не хотел. Хотел. Она тут уже выпила кровь. Я не успела. Она выпила кровь. Вот она тут даже выпила кровь. Нет. А зачем же шок тут превратился, что ли? Мать моя женщина. Спасите, помогите. Насилуй. Меня съели, ребят, а у меня был антидот. Что делать? Поздравляю. Мама, помоги. Мама, помоги. Вентиляция. Соснул кто? Я оставляю предохранители. Кого съели? Я иду ставить. Поставил. Нину повалили. Так, значит, это кто монстр алё вообще? Кого? Рэйчел съели? Опа, что дед делает? Валим, маловин. А ну-ка. Вок-чекер. Я беру ловушку. Мама, берегись, Дик, играй. Ищи чекер. Да, ищи. Если не умрёшь. Я сейчас подохну. Вот я трекер беру. Не чекер, а трекер. А, пацаны, мне написало, что я невинный, правда. Ребята, у кого чекер? Не факт. Ищем чекер, ребята. Я нашел чекер, пацаны. Скорее всего, он здесь. Я поставлю одного маленького. Пацаны, я следую еще. Я безопасен сам. Все, это безопасность. Я видел, что Алекс... Знаете что? Вот Алекс заражен. Вы что, чекер тут не нашли, ребят? Вы что? Давайте быстрее. I'm here. Дайте мне чекер. Прикиньте, пацаны, я зараженный. Ну все, как здесь, чекер взяли. Крутите чекалку, быстрее, давайте чекалку. Я даже не знал об этом. Давайте к чекеру. А я думаю, я не буду. Яра. Дайте чекалку, дайте чекалку. Блин, дай мне чекалку. Это хранитель, я не знаю. Это я. Сзади! Ах, моя женщина! Давай. Дай мне чекер, Ганс, быра. Ловушки помогают. Давай. Ловушки. Нина здесь. Давай, Ганс, дайте чекер. Все, так. Ловушки священные, все. Защищайтесь, у меня 20% фотика, я в красе. Сзади. Ловушки священные вещи, все. Давай. Блин, мужик. Мочи, врага. Есть у кого антитот, такие мамы, женщина. Нина, это ты скажи честно. Все равно уже мама, ну все, нам как здесь. Где? Да. Нина, ты ищешь хотя бы предохранителя? Покажи мне. Нина, мать твоя. А, все, жалко, это ты, да? Нина. Ой, ты зачем? Кто там еще оставался, я правильно понял? Давай, сейчас мы превратимся в мясо, а это... Ну, мужики, ласты, это все превращают. Стой, давай не убиваем его. Я так и знал, что это делаю. Ну, хоть спасибо. Ну, хоть бы ходил в следующее здание. Я еще убью. Спасибо тебе, монет. Хотя ты что, все делаешь? А, еще нет. Thank you.
Now it's a fine choice. You should have stopped. Всем привет. Нина, тебя не Shaman, you need a medic. Че крадёшь? I should help stun those things. Дайте дробовик, что ли, а то у меня своровали фонарь. This should keep those things at bay. Спасибо. Дробовик, дробовик у Лизы запомнил. Ага, кто нас глотает? Пацаны, я слышал, кто глотнул. Ну и кто? Я глотнула это. Как там ее? Это белобрысая девочка. Рэйчел. Прикольно. Рэйчел? Блондинка глотнула. Ну, скажи имя. 14 метров. Да, блин, 6-5. Рэйчел выпала. Поставил один. Понял, Рэйчел выпала. Пацаны, нам главное все отдохнуть. Я второй поставлю. Железо, Рейчел или Нина? Поставил. Или ты? Я последний поставлю через 3, 2, поставил. Стой, второй этаж. Надо, чтобы второй этаж был, вот дурак. На втором я поставил. Давайте прочекаем, пожалуйста, Рэйчел. Давайте, Рэйчел. Хотя я Рэйчел не доверяю, она была разумная. А если Лиза... Нашел чекер. Тут не чекер, и у меня ни хрена нет, так что мне вообще самое печальное. Не, Лиза, иди встань на кнопку. Времени мало. Рэйчел, где есть? Понятно. Сейчас мне тогда есть. Здесь, почему, когда все пришли, ты не пришел? А, ну и как раз двоих нет. Нету Рэйчел и Нины. Я бегу. Ханс точно не... Ну, понятно, кто это, блядь. Это Рэйчел и этот... Как его? Нина. Давай, блядь, я... Ты не пришел, когда нужно было вот чекать. Нина. А уже поздно. Ой, промазал, прости. Нина даже не прицает. Прости, я промазал. Ё-моё! Да, это Нина. Ставлю Нина. На втором. Да, это Нина. Блядь, на первом тоже сейчас поставлю. Съели. Кого-то съели. Кого-то с говняным микрофоном. Я поднял. Это красава. Точно не Рэйчел. Его ели? Рэйчел невиновна, её съели, я поднял. Хорошо. Ханс тоже не... Ну, Нина, Нине уже съели. Возможно, Алекс. Или Лиза. Потому что у Лизы один предмет, она даже и не собиралась. Да при чем тут один предмет? Лиза говорила сама, то, что типа Рэйчел отбилась. А Рэйчел невиновна. Предлагаю положить... Я предлагаю положить Алекса. А ты что крадёшь у меня? Положите Лизу. Тебе что терять? Я заболела. Все, не голосуйте. У меня антидот! Поднимите! Вот если бы ты поднял кого-то им... Пожалуйста! Я не знаю. Откуда у тебя антидот, если ты его на этой карте не взял? Он на второй локации подобрал. А ты я где на подобрал? Первой. Я на первой. Ой, бля! Все, дебилы! А чем? Я подозреваю, это... Ну, что-то мне кажется, что это Лиза. Да, я тоже так думаю.
А мне кажется, что это я предотвратил. Но меня чекнули, я поднял невиновного. Или Алекса. Чекнули Алекса. Ой, Ханса чекнули. Ханс как раз невиновный. Так, стой, Алекс. Я понял, вас не берем. Дай, пожалуйста. Mess with me, you die. Я не буду подходить. Ай! Я правда говорю честное слово, я не виновен. Ну давай. Хорошо. На всякий случай. Но что-то никто так и не превратился. Кто открыл? Я открыл, все, валим. По-моему, это специально слили. И мне и вопрос. Как вы его завалили, да? Это было. You win some, you lose some. Алло, привет. Привет. Чё, как дела? Хорошо всё. Твои как? Это хорошо, сказал? Что всё хорошо. Кто что? Пришёл, кстати? Что-то не посмотрел. Ну, посмотри в ЛС. Ой, в этом, блядь. Ну, ты понял, где посмотреть. Я тебя не знаю, кстати. Ты играешь в Dota? Ой, брат, ладно, у меня компьютера нет. Да, в данный момент у меня компьютера нету, но я планирую, когда уеду в нашу Рашу, купить себе комп. А ты сейчас где находишься? За границей. Так лучше там возьми. Зачем? Я все равно, даже если возьму здесь, то играть с русскими не смогу. Да и нахуй тебе это надо? Ты че гонишь? Ну, блядь, братан, понимаешь? Я просто попадаю, я топлю за Россию. Не попадаться в пати. Дружище, ну, к сожалению, ты мышь. Почему мышь? Ну смотри, ну, ты русский, зачем? Правильно? Хорошо, ладно. Ну зачем мне каждый раз... Не, послушай меня, послушай меня. Понос, какие-то высеры, какие-то оскорбления. Но ты же понимаешь, что адекватные игроки тоже есть. Ну, есть, но их единица. Ты же понимаешь. Да, я понимаю, но ради этой единицы почему можно, я... стоит почему? Поиграть. Смотри, ну, найти кого-то, но это очень редко. Нет, смотри. Есть такая зараза очень конченная. Там, где нас нет, там всегда охуенно. Это не так. Хорошо, ладно, смотри. Вот я попадаюсь, допустим, вот я вот, ну, в доту играю, да? Вот, например, у меня сейчас появится игра, там будет какой-нибудь школьник, русский школьник, которого мамка сегодня отлупила, короче, за то, что он получил много двоек. Ну. Он заходит в доту, начинает реветь, что вот ему там никто не саппортит, хотя все заебись, игра идет гладко, только тупит он, короче, и он, его это все начинает бесить. Эх, блять, да нахуй надо, короче, я пошел фидить, короче, и портит игру остальным. Зачем это нужно? И так, кстати... Очень много игр таких попадаются. Потому что возрастного ограничения нет. Серьезного такого. Вот. То есть, ну, можно поставить там 95-й или там какой год. Все. Блять, Вайс, ты хочешь прикол? Стой. Я только что тебе объяснял, что да как, а у меня был... тут микрофон, блядь. Смотри, окей, я понял тебя о чем. Алло, пацаны. Допустим,
Одну секунду, братан, одну секунду. Да, тихо. Слушаю. Смотри. Короче, школьник русский, да, там вся эта хуйня, окей, мы все поняли. Пиндос. Мамка ему втащила за то, что он проебал школу. Он заходит в доту. Опять же, то же самое это рассказывает, блядь, и, сука, руинит. Ну, такое редко. Окей. Ну, почему редко? Ты... Не знаю, я в пабах играл. Тебе... У тебя нету на этот счет опыта и мыслей, потому что... Навряд ли ты катал с америкосами, блядь. А если ты и катал, то... Есть, но там очень мало они, понимаешь? Они очень мало ругаются. Хорошо, может быть, просто пиндосы более воспитаны, чем русские, но все равно ты услышишь fuck you, I fuck you mother, блядь, ой, I fuck you mother, ну, блядь, и прочую хуйню. Блядь, через хуй знает, когда вообще там... Пацаны, я сюда зашел, чтобы спросить у вас. Да. Что спросить? У вас есть Corvus? Нет. Загугли, узнаешь. Вдруг найдешь, посмотри. Ебать, ну ты расскажи просто и все, нахуй этот Google. Ну зачем говорить, если ты должен... Ну когда есть люди, типа ну, есть общение, чё? Есть люди, значит... А ты типа не... знаешь, что такое интернет? Нет, если я понимаю, что такое интернет, ты знаешь, что он есть, что типа о нем, ну типа, ну блядь, то есть интернет, там много чего вычитать надо, вся эта хуйня, а ты можешь это рассказать вкратце и на опыте и прочая хуйня, ебать. Что это такое? Я нашел какой-то Гуталин, по-моему. Корвус опасен для вашего здоровья, вызывая ну, телом свежего и бодрого. В двух словах, и все, что тебе так падло, что ли? Кто-то скажет, что это плюс. Нахуй это надо вообще, блядь? Это слово на каком-то языке или о чем-то? Корвус красный, это типа, это жевательная смесь. Ой, блядь. Что тут орал? Аниме для геев. Иди нахуй, блядь, пиндарас. Ты не добрый нихуя. Я добрый, просто когда человек пиздует хуйню какую-то, естественно, я ебу, блядь. Секунду, мама звонит. Ну, ответь. Да, мама, говорила, привет. Ну, я иду домой. Потому что сегодня задержали. Ну я вот уже почти что мне осталось пройти два моста. А что, дождь идет, по-моему, он. Ну, как бы идет, он маленький совсем. На улице, да. Потому что я иду в парке под деревьями, и здесь как бы, может быть, капает маленький дождик, но я его особо не ощущаю. По-моему, до 5:30 немножко опоздали. Ебнул. Кто? Это чувак. Блять, мамка опять хуйней страдает, сука, во, пацаны. А у тебя есть Корвус? Красный. А? Иван Гатильон. Чего? У тебя есть Корвус? Зачем? Зачем он? Красный. Нет, такого нет. А, ну все. Чего? Все, удачи, пацаны, спасибо. Слава Аллаху. Блять, что за хуйня? Кого? Все, пацаны, я отлучусь. Давай. Ребята, мама, ло. Кто это самый герач? Битва начинается. Я сегодня отработал примерно до 5:30, возможно, чуть опоздал, задержался. Но я не понял, что...
лучше. Ты будешь покупать стики? Будж. Хочешь? А, я говорю, ты будешь стики покупать? Че? Я не буду. Колючками меня заебали. Красавчик. Нормально, я у него высосал ману. Че, откуда у него третий нахуй уровень, блядь? Привет, блядь. Близ с колючками нахуй тоже. Сдам мне. Этот колючек пускай упадет-то нахуй. Блядь. Ебаный крик. Падла ходит. Да, он ботл себе купил. Стоит смысл хукать его, блядь, мы нихуя не сделаем. Пидораска пришла со своими нахуй колючками. Не надо. Можешь, короче, пососать с него ману, тогда он нулевый вообще будет, ебать. Все, у него маны нет, у него только одно. Не в рот. Да ладно, это все хуйня. Подожди, у меня четвертый апну, постараюсь что сделать. А ты ботл типа себе не будешь брать?
достаешь, нет? Нет, не достаю. Понял. Пизда. Могу бриса забрать. Бля, это долбоёб здесь у нас в кустах ходит. Он здесь. Хуком промазал, ёбаные. Добито. Я понял. Зря там вышел. Это очень плохо. Ну, лишь бы стилбэк, что ты хотел. Нет, то, что наотдавались так, короче, ну, типа, ты отдался там сколько раз, я отдался сейчас, типа, это плохо. Так нельзя отдаваться. Сейчас. Огра постараюсь. Хукай. Выхукай меня или... Нет, блядь, нет, тогда лучше не варить. Хуешь, нет? Бля, пизда. Понял. А, все, у него ульта, он меня сейчас тоже забьет. Да, ты, короче, пиздец, проебался. Тебе надо было... Все, короче, уже ничего не надо было. Бля. Бля. Так, теперь флэштеп есть. Зюч творит. Вангвард, мы его хуй пробьем теперь. Чтобы хотя бы что-то ему сделать. Там 3 стака на нас уже. Не-не-не, отходи, ты чё? Ой-о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 й
нахуй Шрайн, блядь, меня сейчас выебут, блядь. О, ебать, тут еще и Фурион пришел, сука. Сейчас. Давай БХ. Ой, лох, блядь. Ебать. Не может добить просто. Я хуею, ебать. Да сука, бля, кто книжки покупает? Так, сожрать. А, нет, у тебя нет. Жрать. Ай, блядь, ну где он, сука, сука? Все, ладно, пизду, короче. Нахуй, проебали. Охуеть, сука, вы проебали. За здрасте. О, не. Ужрать. Я понял. Не, в пизду. Не, ты чё, не выйдешь? Пизда мне, он сопли кидает. Ну я хуй знает, у меня уже просто, блядь, очко у самого. Блядь, я ещё сейчас... Блядь, да ну нахуй! Нет, я... О, я живой, блядь. Давай, давай, башня! Давай, нахуй, красава. Чётко, я прям молился на неё. Бал у меня. Дай в хекс его, когда он будет рядом. Конечно. Забрать сейчас. Такой... Если он подойдет. Можешь его сожрать? Хуй. Не, хуёвый вариант. Ясен. Пуч, ты идешь? Мы на мид. Вместе с БХ. Тут еще огр где-то ходит.
нашу нижнюю башню атакуют. Прослушаем хули. Да хули, блядь. Башню еще выгонят. Стоят, блядь, что-то ебать, еще смотрят, ебают. Его. Ну, сейчас посветить нужно. Нихуя, это как вот это попало? Thank you.
Тебе их принести или что? Ну ты сейчас же никуда не будешь стоять. Иди, ну ебаный в рот, я кукнуть не могу. Блин, ну давай, ладно, я пока в таверне. Самые, которые я приносил. Еще раз. Дальних не забирай, не манусь.
еще? Блин, где ты был? Вот капец, сейчас будет такой каст. Пуч, хук, жри. Бог, как? Дал. Просто пизда. Нихуя вы расслабились, бля, я хуею. Нет, ну инвокер ушел от тебя, так-то можно было бы забрать. Надо вместе ходить. Блядь, нет, только не он. Бля, ебаная БКБ. Пожалуйста, пидорасы какие-то, блядь. Почему блокер открывается? Блокер, да. На класс. Вот этого попробуй. Жрать. О, бля. Ну похуй, давай, ну похуй, что-нибудь делай. Блядь, ебаная ТП. Молодец. Все, нет, я убрал. На миду нету варда, я убрал один вард отсюда. А вот, сука, ебала.
А, он еще один ставит. Не-не-не, отходи. Ой, бля. Я только с таверны вышел, пацаны. Просто, блядь, тоже такой инвалид, блядь, на пускаре играет. Я хуею, блядь. Нахуй так делать? Ты же видишь, что их там дохуя, зачем ты лезешь? Да хули, у меня уже денег. Силы света укрепили свои сооружения. А подожди, блядь, сейчас принесет мне курьер ворота из клипа. Все, вроде посносил все воды.
реально. Блять, ману надо. Ну все. Шикарно. Ах ты дичь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это я попал! Ну тебя нахуй! Бля... Хуёвенько. На, блядь... Вашу верхнюю. Ничего, сейчас я зато вот этого по-любому выебу. Только попадется он мне. Пиздец. Сразу я его просто вогнал. Как он будет эту дичь? Да стыдно. Дядя, это хуёво.
Помоги, помоги. Сейчас отхилюсь. Блядь. Ваши центральные... Я скучал. Вашу верхнюю башню атакуют. Ебаный Хекс, вот пиздобол этот гейб, сука. Ты что творят, уроды? Чмок, бля. Нахуй ты так сделал-то, бля? Я хотел, думал, да хуй, чё сделать? Можно отсосать только, блядь, здесь уже. Пиздец. Ебанутые обновления какие-то, блядь, сделали. Чё это вообще за хуетень? Да, блядь, сейчас, ага, нам. Пидорас тоже какой-то, нахуй, ты сейчас-то прыгаешь на него, уёбок! Уёбывай! Нет, не получается. Чёрт. Потому что чёрт. Тоже чёрт. По-любому. А ещё я одноглазый. А, нет, с моими двумя глазами не могу. Все. Чего? Если дома тепло, значит дома лето, все. Ну, так и зимой тепло, как бы. Нет, ну зимой как-то какое-то настроение, что типа везде пиздец, тебе нужно согреваться. Я не уверена, конечно, но вроде так. Так дома же лето. Дома лето. А блин, на улице пиздец, у нас до сих пор снег лежит, если что. Охуеть. Да-да-да. Кто эта папка играет ими? Ты. Это папка. Да, блядь, ну а кто еще? Да я не играю, я чё сразу. Ну, похуй. Да она играет, она просто... Да не играю я, блядь, мне одногруппница играет. Ну, то подвинь. Я не играю. Ты подвинь в своей деревне. Что? За деревню поясни. Бля, снег лежит до сих пор, нахуй. Деревня. Москва, нахуй. Человек-паук. Че? Натуре, ты не видишь, я с человеком разговариваю нормально? С Пудимен. С каким-то павуком, бля. Пудимен. Ну ты сказал, бля, поясни за это. Че? До деревни, блядь, поясни сказал. Вот я говорю, но... Я просто не смогу пояснить. Ну, ну ты ревнуешь. А, да когда ты про деревню сказал, я думала, что он сказал про деревню. Про деревню. Кто сказал? Он сказал про деревню. Он сказал. Да, блядь, заебали, я бы запуталась, всё, отстань. Ты нас замутила? Да, конечно, он сейчас замутилась, сижу, не слушаю тебя вообще. Лох чему игнорирую. А его замутила? Конечно.
Чувак, он тебя заметила. Ну, я понял, она конченая просто. Да, ну, деревня да, живет, блядь. Блядь. Она замутила. Она меня замутила, дядь. Она меня замутила. Да, замутила. Блин, блядь. А ты в муте сидишь. Сразу любезный стал, да? Ебучий лицемер. Ай, иди нахуй. Кто я? Мама и мама. Что за хуй? Это дубль 2. Иди нахуй теперь. Он тебя нахуй. Сам ты. О, обиделся. Он еще вернется. Лиза, 1, Человек-паук 0. Угу. Да, из комнату оставил, в смысле? А, это я написал. Блядь. Почему с тобой всех такие ники похожи? Кем чувствуешь? А? А? Да тебе послышалось опять что-то. А ты уже чистила? Кем ты себя чувствуешь, я нихуя не поняла. Я вообще про это ничего не говорил. Ебать, что, руфли, что ли? Кто сказал? Не знаю. Данил, наверное. Какой нахуй Данил замучен? Значит, Али Брус. Он тоже замучен. А нет, он дебил просто. Ну, так это он сказал. А, вот видишь, у него другой голос, ты пиздишь. Да я... Нет. Я проверила связь, блядь, я смотрю нормально. Говорит, он просто дебил. Нихуя ты попутала. Зато теперь ты разговариваешь, смотри. Да я бы за твой базар тебе все зубы нахуй выбил, блядь. У меня, кстати, абрекеты не получится. Будет сложно. Ты думаешь, я, бля, способы не нашел бы? Ну, ты бы как минимум сначала разъебал бы себе руку, а потом уже нашел бы способ. Так что... Ты думаешь, я руками... Ты же не будешь знать сначала. Точнее, теперь ты знаешь, конечно. Конечно, если я теперь знаю, я не буду руками ебашить. Теперь. Но ты никогда не доберешься до меня, поэтому вот. Сука. Так что... Пососи. Мразь, блядь. Кривозубы. Самара. Ух. Зубы, блядь, не аминь, аминь. Я тоже православная. Сейчас еще один выйдет, да? Нет? Стойкие яички. Что-то долго держится. Че, играем, да, играем? Играем. Во что играем? Играем. Во что играешь, Витёк? А мы просто играем. Во что? Жизнь игра, да. А в натуре. А мы в ней пешки, да? Да. Моя игра, моя игра. Баста тут есть, я смотрю, да? Я не понял продолжение. Я, короче, прикиньте, третий день гланды болят. Что делать? Перестать сосать. Да, это понятно, но это не из-за этого, я спрашивал. Что делать? А ты уверен? Уверен. А плохо? Может, это скрытая форма? Во-первых, я она. А плохо? Что? Пешкой, как вы думаете? Али Брус, на твоем месте я бы такие вопросы не задавала. Я Зина. Ну, я спрашиваю. Плохо быть пешкой? Но ты лучше всех, по-моему, должен знать, не? Я у вас хочу поинтересоваться. Али Брус, ты, походу, пешка. Я хочу вас поинтересоваться. Плохо? Али Брус, ты вообще шашка. Ты шашка. Ты просто шашка. Тобой бы не очень хорошо. Ну, ты шашка. Ну, а как? Ты мне можешь объяснить? Ты, у тебя вот аватарка в Дискорде. Шашка. Уже по ней могу сказать то, что все. С тобой, как с человеком, общаться нельзя. Я тоже не буду. Лох. Не общайся со мной, как с человеком. Совсем буду как нет. С пешкой. Почему как с пешкой? Ну, потому что ты пешка. Пешка. Кто такой пешка? Мы сейчас с тобой идем в Осу один на один, и там все обсудим. Не идем с тобой один на один. А куда идем? Засал, видишь, стекло. Вдруг ты толпу с собой приведешь, нихуя себе. Я один буду. Ну я тогда пистолет возьму. Шариков будет много, не ври. Шарики? Ну Осу, ну эти хуёвины, по которым ты водишь. Опа, мне кто-то звонит. Алло. Алло, ты где? Я дома. А, ну, ходи. Куда? Там, куда-нибудь. Один на один в Осу выйду. Алло, здорово. Я выхожу. Куда? На улицу. А, ну выходи. Я вижу в гараж. Хорошо. А ты идешь? Да.
Точно? Да. Не врёшь? Нет. А ну-ка, скажи мне честно. Все, я пошел. Алло. Это кто? Я Ангелина, ты? Какая Ангелина? Скрипкина, а чё? Кто? Скрипкина. А чё ты нам звонишь, дурак? Я не люблю скрипки. А кого любишь? Я люблю аниме. Я смотрю аниме. Все, я ухожу, пока. Куда? Стой, да. Всё, у меня тут давай. Важный диалог, давай, диалект. Все, у меня тут Алибрус, извини, давай. Алло, Алибрус. Алибрус. Алло. Я только что женщину ради себя бросил. Да. Ну, потому что ты лучше. Ты ее когда бросал, она не ушиблась? Не, Алибрус, я передумал. Ча. Все, пока. Как забанить пока. Его? Кто админ? Кто админ? Я. Бань его. Хорошо. Все. Опа. Вот это контрольный был. Забанили, сука. Пацана убили. Трон с айфоном зашел. Где айфон? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ля какая киса. Да, Коша. Мой маленький суккуб. Размуть его, как с ним поговорить? Токсик у нас. Вот этот суккуб? Ну, видимо, да, пароль. Не, ну он маленький. Может, маленький мальчик-развратник? Кто его знает? А это прекрасно. А у него роль да, есть на сервере. Токсик, токсик. Такое, а маленький. У меня есть роль? Moon People, Dota 2. А чё Dota 2? Кто мне зашкварил так? Обратитесь к админу, слышите? Алло. Ой, пожалуйста. Да в меня дерьмом кинули. Какая Dota 2? Алло. Помогите. А вот. Помогите. Чё ты говоришь? Администрация. Подожди, подожди. В смысле, не я. Ты не интересен. Если не я, то кто, да? То есть, вот Алибрус, Алибрус пешка интересен, а я нет, да? Алибрус, а ты русский вообще, нет? Нет. Где находится Эльбрус? Где? У меня дядя Эльдус был, он умер. Аминь. Lil Peep, Rest in Peace. Кого? Слышишь? Бан ему. Американец. Вот пидора. Опа, вот человек-паук, вот с иглыкс. Он пошёл нахуй, мы его послали отсюда, парни. В смысле? Он нормальный парень, послали. Нахуй отсюда, бан. Не-не-не-не-не, он в пубге. Не-не-не, человек-паук, извини, но ты в пубге сейчас. Я не хочу с тобой разговаривать. А Алибрус еще в Counter-Strike. Я устал уже. А это кто? Привет, кому сколько лет? Опа, Данил. Данил, я себе друга нашел. О, отлично, это динамик, поэтому ему, скорее всего, плохо. Данил! Данил! Иди нахуй сюда. Как дела? Нормально. Это прекрасно. Ты инвалид, Данил? Нет, я сейчас тебя. Если ты закончишь, кстати, я инвалид. Хорош, хорош. Бля, Данил, ты просто вообще выявил. Ладно, он смолой трон. Трон, это звучит, когда забавно. Нет, в отличие от тебя, бля. Тупо попустил шкуру. Не, Данил, ты реально лучший просто. Слышишь, кто там, блядь, свою пасть раскрыл так широко? Я не поняла, блядь. Ты мудр, ты, блядь. Я, может, ебал разбить? Ебать, забивная у нас навка сидит, блядь. Я тебе сейчас, блядь... Порву. Пасть. Забивай. А я прожую, а то подавлюсь еще. Пасть закрой. Бабы тебе пасть порвет нахуй. Слышь, ты чё там, блядь, пиздюшка 40 килограмм? Чё ты пиздюшка? О, здорово, пиздюшка. Ты жирная быдло, слышь? Ну, блядь, нахуй.
хорошую. Че, пацаны, будем тащить? Будем. Улица. Проверю Б. Это Б. Б, Б, Б. Б, Б. Вот, обернись, обернись. Вот, 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 вот. Давай, минируй, минируйте, минируйте. Найс, молодцы, молодцы, пацаны. Б, да? Да, да. Отсюда, отсюда, сразу налево, налево, налево. Право, право. I'm defusing the bomb. Bomb has been defused. Lunar terrorists win. Пушистый волк, что-то у тебя минус один. Я один, блин. Это не Б? Блин. Хотя бы одного забрать.
А вот так кому-то нужно. Зеленый на Б. Хорош. Волк на А. Сюда. На А, не? Там один челик и бомба. Бомба на Б. На серьезно? Ну, почему-то да. Я запутался, походу. Да не, на Б же была. Да, она на Б была. Да, да. Аксис, тебя не слышит. Тебя не слышит. Бля, идет, 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 идет. Хорош. АВП нужен. Вентиляция, что ли, еще была? Бомба на... Не, ну с дробышом не Б. Кто на Б ходит? Кто на Б ходит?
Аксис, иди на Б. Не на А. Back. Нет, хотя бы АВП доставить, красавчик. Хотя бы АВП засейвил. Давайте я пойду Б смотреть. Давай с тобой, на шахте. Чё, Б? Во, за рыбашом сидел крестьян уж. Тебя не слышно, Аксис. Они, походу, на нас собрались. Но это не точно. Это бы это, либо Б, либо А, не помню. Нет, двое на А были, я видел. Ну это Б по-любому. Там бомбы не видно. Да все уже. Да все, уходи. Хотя бы свое оружие сохранишь. Заляшку так, последний патрон, заляшку так прям схватило. Денег ноль просто. У меня 7000. На следующем раунде я караунт нас сделал. Я с дробовиком пошел. Зачем? Банан! Ём Гим, вроде бы сверху был, но это не точно. Вот хорош. Да вот, блядь, ебать, враг, ёбать. Обходите с двух сторон, давай. Ой, мразь, понятно. Мразь, Аксис. Аксис, чёрт, репорт. Ты смотри, что творит, ты смотри на него.
Там никого нет. Опа. Минус 88. Ну 6 хп было, блин. Да что, о чем ты говоришь? Бомба на крыше сверху. На Б. У него минус 25. Один на Б. Война гранат.
Улица двое есть. Один. Стреляй! Ой, просто лох. И чё ты не стрелял, бро? Возможно, прицелиться хотел в голову. Не успел сориентироваться, так скажем. Ну, один на крыше был. Во-во-во. Б-б-б. Да все уже. Ну чё так не собрал? Ну туда. Аксис, как там?
вентиляции с АВП. Не лезьте в вентиляцию. Да вентиляции, блин. Вентиляция. Да им пофиг уже. А, ну 3 секунды, чё. Ну, смена команды. А сейчас за террористов будем тащить. Семь раундов надо. Это что со мной трясется у меня все? Пацаны, я отойду сейчас на немного. Плент на... Ой, на Б, да. С нами бот играет. Короче, на Б побежать. Ну нет, лучше. Давай, прыгай.
Fascists win. Так, пацаны, я вернулся. Хорош, выигрывайте. Снизу, где бы. Да, серьезно. Задрал там уже сидеть, серьезно. Бля, ебучий аут. Да он там прям сидит так, смотри, флешка. Нихуя ты еще его забрал через следующий. Дома обосрались. Вы хотите сказать, что камбэк у них, да? Да.
чё? А чё булки расслабили? Напрягли обратно. У них даже один бот, пацаны, чё? Ёбнули в лицо. Давай еще слей меня. Давай, второй раунд, скрываешь меня. Слушай, он же русский. На крыше, за... Пацану скилла не хватает. Застрелить меня. АВП рядом со мной. Пушистый волк. Вот прям... Ну, блин. Куда ты идешь, вопрос? Заткни. Не заткну. Thank you.
мы обосрались. Ну я-то не слился. Но ты все равно обосрался. Я-то красавчик, бля, я нашел. Мы будем тащить за террористами, как ты говоришь. Guys, I tell you, we kill them all! Сзади. Все, теперь мы оба обосрали. Блять, инфа была, что там, блять, трое. Давай, пушистый, тащи. Броньки это, блять. Чё, блядь? Да, ты офигел? Где плен? Ставьте плен. На А можно. Я уже мёртвый, у меня только плен. Я обещал, что будем тащить. Мы ни разу не тащим. Вот там, суча. Хорош. Да, голова. Бомбой зеленый, это, а, пойдем на Б. Да. Подведите меня.
Да ну, у него АВП, ну. Пацаны, пока. Удачи. Я же в доту. Корч Торчич. Да. Прекрасный ник. Спасибо. Кто тут? Стриамер, ты тут? Да, здорово. Здорово. Чё, как? Нормально, а ты чё как? Да ничего, тоже нормально. Лём, в Турбо 4 лайка сейчас за... Играю. Ты чё, будешь ещё в PUBG Mobile играть? Да в PUBG Mobile неохота чё-то. Не знаю, я смотрю, ты вроде в него и шпилишь там, нет? Да, это я просто на Твиче типа не поменял эту хуйню. А какая у тебя минута? Извини, Сэмрэс. Меня минута 40. Извиняйся. Блядь, собака ебаная. Это смешно. Это смешно, это очень смешно. Это прикольно. Ты нет, понимаешь? А, он уже токсик. Кто? Да, вот этот человек, Рузан Алиев. Прикинь, инвокер один остался. На инвокера играем. Конец-то, ну. Все, изи каточка, что, пойдем турбо катать? А? Да. Погнали. Сейчас захожу. Закрытое лобби. Ты там что в закрытом лобби делаешь? Тебе, у тебя показывает то, что ты в закрытом лобби. Ты чё, пьяный, что ли? Вот. Это я тебе сейчас патики. Ты... На, не, это мрази. Абузер, блядь. Попущенные мрази, у вас не будет курса. Абузер. Смотри, 7760 луйкосов. Видал? Нет. Да я тоже чаю пойду налью. Да, давай отменим пока. Не, ты это. Чё, ты нажмём. Успеешь, что? А чё, тебе там на первый этаж с девятого? Что? Нет, ничего. Мне
Ну давай, похуй, так давай сделаем. Давай. Все, я пошел. Дать попущенную мрази. Стример, ты, блядь, сколько уже сидишь в Диссе? Уже часов 7, да, сейчас? Окей. Хорошо. Наложил я сахарку. Склол. Склол. Сучка, оближи меня, как леденец. Ресторанные бабы добавляют. Здравствуйте. До свидания. Ай, бля, ведро ебаное. Ебался с ногой пальчиком. Да, здравствуйте, что, поехали? А? Блядь, вообще. Ну что, запиливаю? Да, запилил. Угу. Уже нашлась, короче, прикинь. Представляешь? Какая-то скотина не нажимает. Алло, добрый день. Алло, добрый день. Алло, добрый день. Так, мут? Лови. Да тебе еще одна мут, блядь. Что ты пиздишь, сука? Ну ладно, ладно, не лови мут. Я понял. Ну ладно, тогда мутикс. А. Тогда я на суанне, я лежу, блядь, чё, что кого? Ой, блядь, у них Рики Шмару, да? Да-да-да-да. Ну блядь. Давай поиграем Рики Шмару. Сука, блядь, давай нахуй. Ну, бывает. Чё тебе я на Жакира скоро сет скажи. Перекину за 700 рублей на суанне. Прикинь, у меня будет сет за 700 рублей на аккаунте. Просто представьте себе такое. Может, даже сегодня. И что, куда мы пойдем? Вниз, да? Ну, пошли вниз. Ой-ой-ой. Ой-ой. Тупая, су. Тупая. Здорово. Здорово. Дока 2, Дока 2, е, е, бой, Дока 2.
Мод. Сука, я аж его замутил. Просто уёбок какой-то, да? Да не, я его замутил просто. Где кого? Просто я его замутил и буду его нахуй карку сливать. Пидору. Маешь? Че, он пиздит что-нибудь, нет? Да я его замутил, нахуй он мне нужен, ты че? Пидарасин тупая, он, блядь, музыку все слушает. Не, стример-то нормальный пацан, его можно размутить. Говнишка, мы его полили, да? Я, знаете, почему жакиру взял? Потому что Игра престолов. Отсоси скорей смартфон. Так тебе духи не нравятся? Где-то нравится? Мне дал фласку, нет. Смотри, фласка сбивателей. Боже, на всех порах, с высоко поднятой головой. Ты что, даже не проводил Григорьевича? А десятиклассница в мини-юг и зубов провожает. Оля, Оля, не волнуйся. Он, наверное, где-то заблудился в темноте. Что значит... Добил? Юра, что, пил, что? Серьёзно. Чё, чё, ребят, чё играете? Здравствуйте. Салам алейкум. Оля! Док 2 гейминг называется. Оля! Да как так? Как? Вот так вот. Ты, куда ты одна? Мы сейчас все вместе соберемся. Вот что ты стоишь? Да. Иван! Дамы и господа! Всем шампанского! Отдавайте. У тебя замашка, да, страдает на это? На Зузу. Подрочи скорей смартфон. Слушай, а ты Максика, ты бол, ты чё хуйню качаешь? Смотри, это был килл. Это был килл. Да. Сори, сори, сори. Ну мне пизда чё? Заливаем, сырный натертышек вытекаем, выкладываем, зеленый натертышек, постники, сыр, обед, газ. Приятного. Ты просто под этой пассивочкой, у тебя еще линия толкается. Но я, в принципе, и так ее сам жестко толкаю. Вот. Но с тобой мы ее X2 толкаем. В принципе, к этому варду ты играешь в доточку, да? В дроточку, да. Я то тоже. Не играй с ним в дроточку. Сука, опять они пришли.
мысли, это хейтеры, это твои. Вообще-то, это мои хейтеры, они заебались до Украины. Стоп, подожди, это разве не ты хотят понял, что Украина говно ебаная? Подожди. Слушай, вот, так, кнопка. Балтецкий есть? Балтецкий есть? Вот кнопка. Блядь, я не понял, она куда вышла. Блядь, именно, она даже не связана вышла, я охуел. Ёбаный, смотри, что-то рассказ хобай. Ёбаный рот. Блин, ой, стример, она про тебя еще говорила, это вообще был пиздец, я сам охуел. Стример пофиг, он просто играет дот. Я ж докер, меня не обидишь, понимаешь? Да бля. Я тупо докер. Если я бы сейчас сел бы за доту, я бы похуй был вообще. Вообще похуй. Куда она шла, в абсурд? Ну да, скандал. Наш обратно к украинцу пошла, блин. Она в этой может в клуб куда-то повыше. Смотри тут, кускларище, бля. Ну я в рэп, короче. Почему они меня хотят? А? Да что за... Самый сладкий. Один в доту, другой в пап, что ли, говорит? Не, оба в доку. А почему у тебя тогда это написано? Так, ну это ошибочка, на такая, это... ошибочка. Мобильный пап. А может у тебя папка был загружен, включен? Ты просто свернул. Почему так дохуя дамажит это паску? Слушай, из-за этого. Мы, короче, могли их ебать, но я не знаю, почему мы этого не делаем. Так. Да, я знаю то, что мне надо уходить. У тебя просто болт был. Вот. Этим болтиком можно, бля, и ебенить просто. Что за метод странный? Нет, я нахуй. Пойду это прошвырнусь. Что посмотреть? Я бля нахуй. Так. Ага. Тут никого. О, какие люди сидят. Ну-ка. Стример. Я, блядь, не ебу нахуй. Меня что ли, блядь, везде замутили, блядь? Пижу нахуй, блядь. Все, блядь, игнорят. Не знаю, почему я тебя слышу. А, ну заебись тогда. Остальные я не знаю, слышат тебя или нет. Ну, понятно. О чем разговариваете там? Говорите о чем? О дойке, два и щелях. А, о пёздах, а нормально. Ой, бля. Может, у тебя это была проблема с микрофоном, что ты пиздишь, тебя никто не слышит? Не, не, не. Может, рот был чем-то. Микрофон зарабатывает. Так, сейчас я Кто это? Ебаш Рики, блядь. Да он так сдохнет. Блядь, ебал, сука. Вот у тебя два варда, вот почему ты их не хочешь поставить? А толку от них? У тебя, понимаешь, у тебя он просто будет, нечем убивать даже. Это в никуда варды. Мы просто увидим и будем отходить, и все. Это бесполезно. Если бы у тебя второй скилл замакшенный был, то смысл ставить вард. Просто Рики, бля, бац, бац, и запиздили.
Во, наконец-то у тебя максимум защиты. Вон, идет кто-то, нахуй. Бля, почему у меня, блядь, пиздатая хуйня положилась в... Пиздец, такую линию, блядь, насосать, я, блядь, в шоке. Надо уметь, нахуй. На СМИ, да, руинится, авторуин на бидо, да? Ну да. Найс. Иду пизда. Да героку, пацана. Не-не, все, тут забей, можно не деф. Можно? Эх. Одного выжигают. Нет, но он сейчас суицидится, наверное. Разворотите. Не тряси смартфон. Чем мне эта песня поела? Бля, до этого так играл, короче, вообще изи был. Что случилось? Так, нужен форстафик уже, наверное. Кидифуза собрал. Хуя ты ему, блядь, слезть разрешил? Да, прикинь. Угу. Нет, вот это же бюллетень. Верхняя башня на нет. Вот, блядь. Да. Ебать, он нафармил. Чё за челик? Который? Почему он такой жёсткий? Пускай пушит. Ты про кого говоришь? Про Хускара. Нет. Чё нет? Да, ещё как да. Я тебе говорю, вы можете... О, у меня тяжёлая артиллерия поехала.
Сразу Хекс. Сразу, 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 да, пацаны. Пацаны. Нахуй так жить? Боже мой. Кто Клеон, ты себе лотары, даггеры, сделай, сделай. Чтобы сейф был. Был. Ну, пора Ошу. Пацаны, мне надо дофармить эту хуету, блять, он идет. И может быть, я поставлю, детский. Ну что, болтом пиздали, да, если с станом попадешь, будет отлично. Ну, тут стан, знаешь, такой себе. Вон он, смотри. Ну, блядь, только с нами нет. Надо с станом попасть. Так нормально. Но тут уже... Чё-то не то. Пошло не так. Стан, наверное, придет. Играет, бля, красавчик. Ой, блядь, вот это молодец. Вот это ли он вообще? Такое. Не, нормально. Вообще прям. Это только пидор Радик нафармливал. Ёб. Три кнопки, да, нажал, красавчик. Да чтоб его рот выебали, блядь, и спорт висит там, все есть. Эх ты, блядь, недовольный дурь. Ну, я до того не достал. Вот сюда что-нибудь. Брынкался, короче, понял, походу, в другую сторону, сука, но он прям там сидел. Здорово. Ну, здорово. Чё расскажете, ребята? Здорово. Доточку. Люблю пофидить в доточке. Да, есть такое. Но... Ребят, можете внимательно меня послушать? Бля, давайте Синарохала. Наташа умрет, Халк один перчатку, Капитан Америка дерет с собой в 2012-м. Черная вдова умрет, Капитан Америка поднимает его молот, Тони умирает, братан. Вот как скажи, тут станом, бля. Алло. Пошли по миду, пацаны, сейчас ручно.
Сын. Не, иди сюда. Ну да, тут, блядь, не проебать. Понимаешь, я вард ставлю, проигрываю. Понимаешь, линию-то насосать каждым. А вот катку выиграть не каждый. Пацаны, давайте другую линию кушать, что ли? Не знаю, блядь. Ну тут пизда, чё. Пойдемте отсюда. Пойдем наверх. Вон, вверх. Чем мне еще собрать? Ломатель, бля. Пойдемте вниз. На стенке просто дефом заебет своим. Ничего, бля, нигматично. Алло. Привет. Привет. Чида, как сам? Чешо, не знаю. Нормально. Что делаете здесь? Чидак. Чидакайте. Я на жарика играю. На жарика? Пошли папку играем. О, это вообще страшно. Страшно? Тебе страшно что-то? Жарику пушит не в себя вообще. Просто беги. Не. Ha ha ha.
Ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ру-ру. Че, отдохнем или че, ты сразу хочешь следующее? Я хочу перезайти на аккаунт, попробовать сет на Жакира скинуть. Окей. Это я пойду покурю пока там, короче. Ты же не... Кто не курит? Я? Так, а это чё у меня... Почему он выделен? Так. А, что за игра? Написал один человек. Так, фильм, да? Бля, куда у меня делись, сука? А, вот, Жакир. Бля, куда у меня делись, сука? А, вот, Жакир. Бля, куда у меня делись, сука?
Так, игры, дока запустить, дока. Да, да, да. Я прикинь, я сет сейчас на халяву сейчас. Какой? В смысле, где ты? На Жакир, он 700 экс. Кинь. Замутил сет? На 700 экс стоит. В смысле, где ты замутил сет? Что-то я не понял тебя нихуя. Чё за уровень боевых баллов? Нихао. Что, до компа отсвечивается этот чат? Угу. 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 Всё именно так. Угу. Угу. Что такое уровень боевых баллов, Доти? Кто знает? Это уровень боевых баллов. Вот. Что такое уровень боевых баллов в Доте 2? Это бонус. Ну так это уровень боевых баллов в Доте 2. А, это трофей. Охуенно они замутили, охуенно. Я не знаю. Угу. Короче, придется с другого АК поиграть, мать. Не надо. Если не заберется телефон. Не хамни, сука, ебаная, блядь. Закрой свой хлебальник. Иди нахуй, нахуй, пошли, блядь. Гнида нахуй конченая, блядь. Так это тёлка ебанутая, это хуля. Ну, блядь, я замутился. Блядь, нахуй, умирала, блядь. Сука ебаная. Не, если надо, я с другого аккаунта зайду, короче, типа там. Стример, ты чё там? Добавь меня вот с этого аккаунта. Ну, можешь не добавлять, просто пригласи. Мне с этого надо катнуть аккаунт, срочно пару каток. Причем на каком герое, блять, это делать? Что это такое? Что использователя ничего не надо? Это новый аккаунт, что ли? Ну, это один из обузных аков. Ты будешь или чё? Не-не. Или ты просто говоришь пару каток, что-то я тебя не понял. Ну, тут надо уровень поднять. Я тебе цифры скинул. Да я уже тебя добавил, тебе скинул приглас. Сейчас я приду. Нихуя тут ни одного поражения, прикинь. А, нет. Раз. Четыре. Шесть. Семь. Пятнадцать.
Ну че еще ты там? М? Ты где? Сейчас тут будет нагасать. Ты чё? 0-1, курим чистый керосин. Консервированный дым. 45-й херосин. Мой папа пал, ты убит. Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан? Да, диджей, ебан. Ты здесь? Да, да, я тебе скинул цифры. Ну я тебе объясняю. Вот, у нас новое 72. Ну, я тебя добавил, ты чё? Скинул тебе приглас. Mm-hmm. Я просто думал, нету пригласа. Как? Бля. Стой, я тебе походу на одну цифру меньше. На одну цифру меньше я тебе откинул, походу. Давай скинь. Одной троечку, еще троечку допиши там. Да-да-да, вот так вот. Докопировал. О, нахуй. Забись. Прикинь, тут ни одного поражения на аккаунте нет. Короче, есть кто в доту, пацаны? Mm. Не? Не. Бля, ладно. Пок зашел, огорчился и ушел. Комбо, блядь. Комбо нахуй. Стример, скажи, пожалуйста. Что ты думаешь о Локе? Ничего. Хоть, блядь, стреляют нахуй. Запрос. Нет. Конченые люди какие-то. Thank you.
Ваша очередь запрещать героя. Осталось 5 секунд. Только скажи, кого ты хочешь брать, ладно? Не знаю. Там хуже. Какого-нибудь там. Бэйна. Или там. Профетку. Не, не профетку. Не профетку. Это Лёха Юрсой. Бля, нам нужен танк, пацаны. Пацаны. Хуёво тут идёт, мне кажется. Аксы умеешь за Аксы? Ну там это, фармишь там что хочешь, дагер по... Что хочешь делаешь дальше, влетаешь просто и ломаем. Да? Подсекаешь, да, как играть? Я одно время на нем, блять, каток 100 подряд сыграл. Как на Рике потом 100 каток сыграл. Ебать, я ёбну. Столько игр на одном герое, блять, драчивал. Только сейчас, знаешь что? Ну ладно. Потом Макси горелку, не Макси, короче, крутяшку, ладно? Играй, короче, сейчас через первый. Бля, я подумал. Ты, короче, пойдешь сейчас фармить на линию со мной. Ой-ой-ой. То. Все, поебали отсюда. Дайте харду, харду, пацаны, пацаны, дайте харду. Харду. Алло. Алло. Ну ты бы встал бы на руну хотя бы попробовал. Беспонтовый. Я бы встал, меня увел бы. Да нет, нет, ты просто встал бы на руну, попробовал бы его перекликать, и все, хотя бы так. Так. Патч, ты даже этого не пытался сделать. Все, патч, иди на топ. Ты, короче, прям каждого крепочка выфармливал. Бля, ты чё взял-то? Почему не топор? Почему не щит? М? Агри? Почему щит ты не взял? Почему ты обратку не фа... Почему ты сразу обратку фармишь? Блядь, с тобой тяжело будет. Нихуя у меня, бля, он разворачивается полчаса. Отходи лучше. Тебе надо было взять щит, топор. Без щита тебе даже танчить крипов, ты просто будешь проседать постоянно и все. Ну так не бей крипов. О, нормально. Видишь, теперь ты хотя бы можешь стоять против крипов. Без щита тут ловить вообще нехуя. Тут хуесос еще какой-то ушел куда-то. Ты помнишь какой? Морф. Смотри, это паскуда бешеная.
Бля, хорошо, конечно. Смотри, я тебе даю танго. Не-не, я ставлю ветку. Ладно, все, понял. Попробуй. Все, не пробуй. Я понял. Я тебе на следующий танго ветку поставлю. Хорошо, ты блочишь качественно. Смотри, тебе надо было первым фармить. Точно не обратку. Тебе надо было вангуард хотя бы делать первым. Потом сразу дагерок и ботинок. Вот, смотри, я тебе ветку... Нахуя ветка? Чтобы в два раза дольше хилиться, нахуя? Да. Не пугает его. Не знаю, стой на месте. Его не ты не слушаешь, что надо делать, просто блять, да. И никогда больше не собирай на акс первом обратку, это блять нереально нахуй играть. Мы сможем сейчас ему отомстить? Хотя навряд ли, блядь. Вон ты, паскуда ебаная. Тральный крип его запиздил, блядь. Заебись. Да я бы его убил. Войди, которые, бля, хуй максят. Ой, бля. Чуть-чуть, сука, тычечка. Паджик линзу фармит. Бля. Два раза нафидел и не понимает, что нахуй. Ладно, я, короче, фармить. Соло, блять.
Далеко не заходи, тебя убьет. Да я, блядь, в курсе. Ну этого что-то нет пока. Шмара, ёбка. Может сзади снять. Знаешь, как это обычно бывает. В Атаре, короче. Я тебе говорю, это пиздец. Да, забей. Эх, тут играть. Блять, ни одного поражения не было, сука. Ни одного, нахуй. Ну всегда, да, когда что-то начинают, сколько там, 8 или 9 побед подряд было. Вашу верхнюю башню атакуют. Вы куда лезете? Нафидели и дальше лезть. Лезть, да? Еще больше. Я не знаю, они пошли, типа я. Не ходи за ними, забей, у нас они. Может, что-то делай. Правда, я уже нафармил больше, кто. Алохай. Что там? Дезолятор нахуй, мрази, да? Ой, блядь, ущерб. Ты с линзой, блядь, на пуджа собрал. Попасть не может ни одного хука, блядь. Здорово. Сейчас бы хуками покладывался. Алло, здорово. Как дела, ребят? Ну, шоу. Ой, ебать. Собрал линзу, блядь, ни одного варда сюда не сделал, да? Красавчик. Ай, ебать. Какой классный линзу. Пошли в доту. Идем в доту. В доту шли играть? Ебать, вы, конечно, на жесткий. Ну, сейчас бы в доту играть, серьезно. Ну, пошли сейчас в доту. Бы в резах, бы сейчас бы на инвокере покатать. Погнали в доту и аниме смотреть. Погнали в доту. Он пошли пиздить друг друга. Потом, как вот доту надоест, будем в Майнкрафте. Бля, понимаешь, короче, слышь, я сейчас решил выполнить на новом маке испытание героев, да? У меня.
у меня, короче... Вот тут, вот даже взять вот этот вот токсик, вот если я ему сейчас что-то скажу, он затерпит, блядь. Нахуй они с токсиками сидят? Я... Да и нахуй соси, блядь. Ну просто сидит и терпит меня. Он даже мне сказать ничего не может, он тупо терпила. Он не может дождаться, когда я договорю, чтобы я его услышал. Он как долбоёб говорит со мной правильно в голос, а я его не слышу. Вы же какие здесь конченые люди, я просто... Ты за черт, ебать, я бы тебя убил, нахуй. Я бы ту семью в подъезде зарезал, нахуй. Передай своей матери, чтобы она, блядь, без оглядки... Мне кажется, что-то из жопы пердит и что-то о чем-то говорит. Мне нравится, я вот только долбоёб, когда он начал говорить, я его кинул в мут. И он сейчас по факту сам себе говорит под нос что-то. Ой, нихуя, все, замутил с ним. Не, он сам себе. Просто ты его не слышишь, и все. Он говорит, но ты его не слышишь, и все. У него, кстати, голос неприятный. Только мы слышим. Ну я говорю, замутил, слился. Обкуренный. Маленькие пацаны. Пиздец. Ты сегодня сейчас сидите и слышите, да? Я тоже курил бы и сидел. Ну а что делать? Я человек все-таки лицемерный, я слушаю, что человек хочет меня донести. Вышел. Видишь, он поговорил и ушел, все. Я его просто разъебал даже не хотел. Но я потом поменял себе ориентацию. Блин, вот Джокер, а что бы сейчас было? А ты что, с Даггером не играешь? Нет. А? Мужик, Акс. Джокер. Чё случилось? Чё бы сейчас было откурнул, да? Ай, блядь, а я не слышу. Потише сделаю там людей немножко хотя бы. А то просто говорят. Чё хотел? Я вот спрашивал, а чего бы сейчас накурился бы? О, слушай, не знаю. От жопы моего накурился бы. Прям из моей жопы, блядь. Так, можно его в мут долбоеба кинуть? Спасибо. Можно. Ну чё, Джокер? Ну я спрашивал многие, сейчас говорят, что плюшки охуенные. Блин, ну плюшку я пробовал, это хуйня была. Ну, стих перекрывает прям напрочь, слушай, такое состояние, знаешь. Не, ну плюшка перекрывает, но у тебя глаза потом болят. Да, да, и типа, блин, с такими глазами хуй куда зайдешь. Чисто такой, знаешь, такие лупехи мертвые. Да, Сашка на токсике, пожалуйста, не зашкварьте, пожалуйста. Милина, всех. Да, делай их, короче, Джокер, лайфхак, вот если слышишь долбоёба, на 10% его делай, чтобы ты его слышал. Не, зачем я сейчас это слышу, только из-за того, что я зашёл в эту комнату. Разрешаю, зачем мне его лечить-то? Или чем делать? Ну, долбоёба ж хотят отпередить. Пиздец, потом сам себя унизит еще раз, если в него откурит. Конечно. Блядь, ну да. Ой, блядь. У меня уже такие чурчелы попадались. А, у меня что-то... А, нахуй ты мне в ЛС пишешь, долбоёб, не пиши. Я заметку, хули. Будешь только ты видеть, никто же остальное не будет. Это долбоёб роль токсик, я все понял. Токсики тут вообще охуенные люди. Я сделал эту хуйню, я ему напишу просто токсик и все. В чем проблема? Я просто заебусь на аватарку жать, я раз увижу заметку токсик. Говно, съебало. Надо токсик тебе написать, ты что съебал-то? Смотрите, я хочу написать токсик, а ты съебываешься, это некультурно. Чё, токсик написал, можешь съебываться теперь. Пизда, прикиньте, меня тёлка попустила, я в шоке. Скажите, я тебя могу попустить. Может, я даже могу попустить, но не хочу. Я затерпел. Реально, я уже не заметку, а сам съебывается, даже мне заметку не надо писать. Некультурно. Какой парни, кто так вообще влетать умеет? Только я. Да, я. Он что сделал? Он крикнул что-то или рыгнул? Сейчас я ему отомщу. Ебанга сделала бешеная. И бешеная ванга. Печально, там нельзя болтать. Бамгакам. Ой, сори. Случайно вышло. Что? Ой, просто тупое говно, раз, и просто второй, бля. Ух, хорош. Здорово, парни. Ну чё, сыграем в домино? Доту, сколько у тебя ММР, слышишь ты, пёс? Полтора тысячи. Помойка, у меня 2500. Фу, блин. Бать, ты помойка. Это результат. Соси. Ну ладно, делай, сделай. Ну смотри, вот я по твоему голосу слышу, что ты из Москвы или из Питера. Сразу же слышу правду, бра. Бря.
Ань, ты чего прыгаешь? И туда, и сюда. Привет. Аня, могу встречаться? Да. Могу встречаться, ты мне нравишься, брат. Зайдите, пожалуйста, на обсуждение. Молодец, молодец. Хорош. От души прям. Тригер, я тебе делаю. Тригер, ты слышишь меня, да? Эх, Тригер. Настоящий мужик. Настоящий мужчина. Мужчина. Че, вас еще не спушили? Тригер, я в твою честь. Гимн дал. Мы бы забрали бы хотя бы блюдо сейчас. Стример, прием. Стример 228. Неплохо. Здесь? Угу. Чё, ты сразу хочешь еще одну начать? Ну давай, давай, похуй. Ой, блин. Илю? Да, да, Илю. Ну шо, Не, не забанили. Денисчик. Ваша очередь запрещать героя. Осталось 5 секунд. О.
Good game, алло. Ща, я... Чё пикнуть-то? Ой, бля, хуйню пикнул. Да мне тут надо переслать... из-за има, да мне из-за, только из-за има. Ты кого взял? Бля, тут спойлеры смотрю, сука. Обожаю спойлеры, нахуй. Бля. Или я хочу пойду. Хочешь, я говорю, могу поставить. Да, забей. Забей. Да я, бля, крипа добить не могу. Я не добиваю его. СССР. Сейчас приду, Вивер. Ты на пугне, да? У меня петуха нет. Че, Sky 6 апнул?
черт. Как он вообще гангает, я не понимаю. Блять, гангоните, нажимаем пиздец. Митя, происходит, ебется. Не знаю, он от меня ушел, блять, я очень не ебнул. А вы его, блять, нафидели. Блять, три нас ебать. Чё ебаный? Планетарьём нас выебали, блять. Чё? Чё? Ты, бля, внятно говори, чисто сначала, потом пизди. Блять, я говорю, они нас втроём выебали, а я чё, уходишь? Бля, нахуй таких героев берешь, которые, блядь, не бегать очень долго. Блядь, это же весело. Надо хотя бы гайдик посмотреть, я не знаю. Это сложный герой, Пугна. Довольно-таки. Так это же в этом состоянии. Да нихуя не в этом. Понимаешь, ну, ты-то учишься, да, а катки-то сливаются не только у... Понимаешь? Чё? Ну вот, видишь, мы вот, допустим, сейчас вот выигрываем. Ну, я тебе скажу, у них пик проигрывающий. Если чё. Тем более, я пошел по той сборке, я их сам фидану еще, блин. Не с собой? Но другим образом, у меня крипов просто до хуища будет. Центральная башня противника разрушена. Силы света укрепили свои сооружения. Кунка, нахуй ты взял кунку? Ты играть не умеешь. Взял какого-нибудь простого героя. Ты будешь его бить сегодня, алло? На ком? На вивере. Понял. Чё он сделал? Да он долбоёб. Вот ни хила, ничего нет. Вот я думаю, блядь, взять себе телепорт, съебаться, наверное, блядь. Думаю, потом, ладно, хуйня это всё. Блядь, прибегает пара и вытрачивает нас двоих. Всегда ждут, блядь, что кто-то что-то купит, блядь. Блядь, просто какой-то... Коты хуй. Бля, можно было 300 раз его разъебать, блядь. Просто раз. Догон. Да-да, иди соси член. Да иди, говорю, соси член. Пам! И нет у тебя. Ты
Аганим второй просто мне принесли. О, ебать, ебать, мечта. Сейчас чуть-чуть здесь покушаем. Уже сейчас третий, блядь, аганим мне летит. Ну я, блядь, смотри, я в мид разъебал нахуй. Мне похуй вообще. Тоже вон ломает. Чё не на дуэль-то, ебать? Дулю! Красава. Да. Ебать, я себя не контролил, прикинь, я думал, я мёртв. Как оно, ребята, расскажите. Кунка 0.6 сыграл, блядь. Ну, понятно. Блядь, даже с наркоманами лучше было. Что с вами не так? Ну, пиздец. Не-не, я последнюю играл. Ты чё? Я уже заебался. Последнюю в жизни или как оно? Не, последнюю катку. Да что-то уже подустал немного. Бывает. Да бывает, бывает. А завтра снова будут силы? Фу. У тебя есть шаттл, скажи, Локи? Нет. Шаттл, нет, или может быть... Да. Так, значит, пошли, брат, к наркоманам, я думаю. Я не хочу. Видишь фаталити вон снизу? Нет. Сейчас, я поищу. Кто здесь? Будь здоров. Спасибо. Нашел? Нет. Не перепрыгивай иногда.
Стример, это тут? Угу. Чё будешь делать? И? Чё будешь, говорю, делать? Не знаю, снайпер пи... Ты типа будешь дальше в доту катать. Рики Шмару, блядь, ну конечно. Бля, пацаны, не того героя пикнул. Идите на мид кто-нибудь, пожалуйста. Ради всего хрена, спасибо. Сейчас, бля, ссать хочу, га. Ну ладно, давай, Тимир, попробуй постоять. Ой, бля, началось. Ой, бля. Ой, все. Ой, бля. Конечно. Я не трогал даже твою ногу, а ты сама ее случайно там, бля, сломала, ебать, еще что-то говорит. А тебя просто этот, как его, шок. Чё? Ты что-нибудь ломал себе хоть раз? Да, руку. Ну вот, смотри. Вот сначала же, когда ее ломаешь, типа, вот ничего же не болит? Ну, хуй знает, смотря какой, ну, ну типа шок разный бывает. Да, вот сначала же, знаешь, бывает, не чувствуешь, короче, боли. Ну да, да. Вот, а, короче, у меня мамка такая сломала ногу, короче. И это, у нее потом начала она болеть. Ну, после перелома, когда ей уже, ну, все наложили, она начала болеть. Короче, а я ее поднимал, получается, до квартиры. Она такая говорит, типа, ты мне ее повредил, короче. Я говорю, у тебя просто отошло это, ну, состояние. И теперь, типа, ну, конечно, боль будет чувствоваться. Ну, так примерно, как-то это... Не знаю, как это объяснить просто. Просто шок отошел, короче. Она, он общается по телефону, думает, короче. Что ей, короче, говорит, какой-то чурбан, типа, ногу повредил. Я ей ногу повредил. Состояние, короче, такое у нее сейчас. Ей, знаешь, что врачи посоветовали? Я, бля, угорал долго, дико. Короче, они ей сказали... Как она вот мне говорит, чтобы, короче, я шел снег, типа взял, набрал снега, и типа она будет этот снег прикладывать к ноге. Вот ты можешь себе представить, какие врачи там, блядь, сидят? Это пиздец. Снег, короче, приложить к сломанной ноге, и все нормально будет. Блядь, охуеть. Короче, ладно, я пошел пока это. Давай. Там что-нибудь покушать себе сделаю. Покушать? Покушать? Да, потом в Десеет буду играть. Может, кто-нибудь пойдет. Может, ты пойдешь в Десеет потом, не? Нет желания? Возможно. Ну, как раз после катки там я покушаю, там туда-сюда. Потом начнем. Ладно, я пошел.